эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Видно, полным ходом идут работы по ремонту и обновлению тротуаров. В настоящий момент у нас проведены работы по улице Советская, по Советскому проезду. Коллектив из поселка совхоза имени Ленина принял участие во всероссийских соревнованиях «Тропа боевого братства». Осень – время традиционного аншлага у лор-врачей. Честно говоря, просто получаю удовольствие, когда человек выздоравливает. В муниципалитете продолжают приводить в порядок тротуары. Наша съемочная группа побывала на нескольких улицах города Видное, где уже завершился ремонт, а также где работа еще в самом разгаре. Подробности узнаем у Натальи Буслаевой. Хорошие тротуары, по которым можно гулять в любую погоду – мечта многих жителей Видного. Администрация муниципалитета делает все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь. И каждый год в городе растет количество и протяженность обустроенных пешеходных зон. В настоящий момент у нас проведены работы по улице Советская, по Советскому проезду и по ПЛК. То есть там заменили сам тротуар, сделали озеленение, то есть новые, и заменили парапетное ограждение дорожного полотна между тротуаром и дорогой. Сейчас активно ведутся работы на улицах Школьной и Донбасская. Здесь проходит комплексный ремонт дороги. Обустраивают не только тротуары, также будет заасфальтирована проезжая часть. Мы постоянно работаем с жителями, с депутатами, с рабочими группами. Однозначно есть много вопросов. В частности, по улице Школьной вставал вопрос по замене лип. Жители в свое время высаживали там липы. И сейчас, ну, многие из них до этого уже там погибли, была компенсационная высадка. Сейчас при комплексном благоустройстве, при изменении вообще концепции улицы Школьная, то есть также будет произведена высадка туй вместо лип. Стоит отметить, что все ремонтные работы на Школьной улице сотрудники МБУ «Дорсервис» планируют завершить через 3 недели. Ежегодно выделяются финансовые средства на ремонт тротуаров, на комплексное благоустройство дворовых территорий и на замену асфальтного покрытия. Но в этом году объемы на самом деле колоссальные. Спасибо за поддержку, в первую очередь, муниципалитету и области, за то, что столько полезного мы смогли сделать для города. Всего от Школьной улицы до Расторгуевского тоннеля приведут в порядок около 2000 метров дорожного полотна. Ремонтные работы по замене асфальта и тротуаров в округе будут завершены к концу октября. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В поселении Вороновское в Новой Москве прошли всероссийские соревнования «Тропа боевого братства». В них приняли участие 50 команд не только из России, но и гости с Кубы и из Китая. Ленинский округ представлял коллектив из поселка совхоза имени Ленина. С капитаном поговорил наш корреспондент Максим Козлов. Тропа боевого братства – это не соревнование в привычном понимании. Это и порой едва преодолимые испытания, и возможность пообщаться с единомышленниками из разных уголков мира, и красочное шоу, в котором участвуют военно-патриотические клубы со всей России. Мероприятие подготовлено Всероссийской организацией ветеранов боевое братство. Помимо ребят из российских регионов, на соревнования приехали экстремалы с Кубы и Китая. Всего более 250 участников. Главная задача – команде из 5 человек необходимо преодолеть полосу препятствий за максимально короткое время. Ленинский городской округ представлял коллектив поселка совхоза имени Ленина. Это такое испытание интересное. Мы с друзьями, даже с братом собрали команду, заявились, пробежали. Испытали прилив чувств коллектива, можно сказать, да, то есть преодоление себя. Собственно, за этим и приехали. Соревнования «Тропа боевого братства» проводятся в этом году в 5-й раз. Для команды поселка совхоза имени Ленина это 2-е участие. В среднем на прохождение полосы препятствий уходит 4 часа. Каждый год испытания меняются, поэтому подготовиться заранее вряд ли получится. Огромную роль здесь играет общая физическая подготовка. Самый смак начинается. На ту сторону выходи. Ее и гуськом можно пройти.
Общая длина полосы препятствий 5 километров. Глядя на разнообразие испытаний, понимаешь, какую огромную работу проделали организаторы. По мнению тех, кто участвовал в соревнованиях, главное – это не только сила мышц, сплоченность команды, готовность прийти на помощь не только своим, но и соперникам – главный урок, который получают здесь. Некоторые препятствия невозможно пройти в одиночку. Это только командная такая игра, преодоление и так далее. Вот этот какой-то соревновательный момент, он позволяет, скажем так, не расслабляться, а идти вперед, помогать друг другу в команде и так далее. Награды разыгрывались между мужскими, женскими и смешанными коллективами. К сожалению, наша команда пока не смогла войти в число победителей, но главную награду, веру в себя и свои силы, они все же завоевали. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Участковый уполномоченный из нашего муниципалитета Александр Карнаухов стал претендентом на звание лучшего в своей профессии. Его выбрали для участия во всероссийском конкурсе «Народный участковый». Перед очередным этапом соревнований с полицейским пообщалась наш корреспондент Юлия Погосян. Участковый Александр Карнаухов уже 24 года в профессии. Начинал работать в Тульской области, а в 2007-м вместе с семьей переехал в Видное. Место для проживания выбрали не случайно. Уютный подмосковный город понравился всем. С тех самых пор и работает в Ленинском управлении Министерства внутренних дел. Первоначально я был участковым в поселении Володарского, о котором у меня тоже остались очень хорошие воспоминания. Очень хорошие люди там живут. Я скучаю по ним и периодически, в свободное от работы время, соответственно, я туда приезжаю, захожу в храм, захожу к батюшке, который знает меня, знает мои тайны. 2 года назад Александра перевели в Видновский отдел полиции. Сейчас участковый курирует новый микрорайон Купеленко. Наш герой не перестает удивляться, насколько тесен мир. Среди жильцов он встретил знакомых со своего участка еще в Тульской области. В своей работе Александр Карнаухов придерживается принципа человеческих взаимоотношений. Ведь порой для решения какой-либо конфликтной ситуации достаточно элементарного общения. Большинство обращается даже не для того, чтобы решили проблему, а для того, чтобы хотя бы как минимум выслушали и дали совет. Ты задаешь вопрос, а ты не можешь пообщаться? Он говорит, не могу. Поэтому 2 квартиры на 1 лестничной площадке, 1 выше, 1 ниже, собираешь их. Ребята, все равно вы можете написать большое количество заявлений, однако вы останетесь жить вместе. И давайте какое-то принимать решение для того, чтобы вы продолжили вместе жить. Конечно, бывает, что на веренной территории ситуация куда сложнее, чем соседский конфликт. Участковый уполномоченный выезжает на все происшествия. Тесно взаимодействует с оперативными сотрудниками. Но Александр Карнаухов старается не доводить обстановку на своем участке до критической. Все держит под контролем. Чтобы у моих жителей была нормальная мирная жизнь. То есть, уходя на работу, приходя с работы, он не должен думать о том, что где-то у него рядышком могло произойти что-то нехорошее. Он должен быть уверен в том, что есть я, есть мои коллеги, которые всегда могут в определенные короткие сроки прийти на помощь. Наш герой делится. Свободного времени нет, ведь на этой службе по-другому и невозможно. Однако находит время для любимого хобби – читать книги. Раньше даже писал стихи. Секрет успеха Александра Карнаухова прост – позитивный настрой. Участковый много улыбается и заряжает улыбкой окружающих. В этом году Александр Карнаухов представляет Ленинский округ на всероссийском конкурсе «Народный участковый». 7 октября стартует областной отборочный этап. По его результатам определят участкового, который будет защищать Подмосковье на федеральном уровне. Проголосовать за Александра можно на официальном сайте МВД России. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно ТВ. Осенняя пора, чье очарование в то же время – это коварный сезон простуд и обострения хронических заболеваний. С чем сегодня обращаются к лор-врачам и как проходит их работа во время настоящих аншлагов, расскажет Александра Столярова. Сентябрь удивил всех жителей муниципалитета ветреной и прохладной погодой. Однако мы привыкли к мысли, что простужаться осенью вполне нормально. Но если болезнь приходит 3, а то и 4 раза в год, то это повод обратиться к специалисту. Предпосылки простудных заболеваний могут быть совершенно разными. Нередко причиной становится наличие в организме постоянного очага инфекции – тонзиллита или гайморита. Любую заложенность носа сегодня привыкли лечить на дому с помощью сосудосуживающих препаратов. Отоларингологи замечают, такими средствами можно пользоваться не более 7 дней, иначе ситуация может перерасти в хронический ринит. Чаще всего мы назначаем все равно глюкокортикостероиды местно.
потому что от них такого прям привыкания нет, и не страдает так слизистая, не страдает именно сердце, в плане не будет тахикардии, не будет гипертензии артериальной. Сегодня во взрослой поликлинике прием ведут 3 лор-врача. Каждый день запись у них полная. В среднем за смену отоларинголог принимает около 24 человек. Здесь амбулаторно мы можем лечить такие заболевания, как экзудативный отит, гайморит, без проколов, без, соответственно, шунтирования перепонки. Потому что чаще всего препараты позволяют все это самому пройти, то есть снимается воспаление и эвакуируется жидкость. Недавно врач вместе с коллегами переехал в здание новой взрослой поликлиники. В просторном кабинете все под рукой. И инструменты для осмотра, и многофункциональная установка для диагностики и лечения заболеваний. Сейчас лор ждет и аудиометр. Если это у нас будет, это будет очень сильно для пациентов как бы приятной новостью, потому что им не придется куда-то обращаться, они смогут прийти, мы сразу сможем поставить им диагноз, соответственно, потери слуха и направить на дальнейшее лечение, на дальнейшую консультацию с урдолога, например. Для Шамиля каждый случай уникальный. Своих пациентов он хорошо знает. У кого есть хронические заболевания, а кто недавно прошел через операцию. Это помогает в диагностике, а значит и в последующем лечении. Честно говоря, просто получаю удовольствие, когда человек выздоравливает. То, что он ко мне приходит повторно, и это не ухудшение, а именно положительная динамика. То есть за это я люблю эту профессию. На днях лор-врачи по всей стране отмечали свой профессиональный праздник. Наш герой встретил его на боевом посту, помогая людям. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 1 октября, в День пожилого человека, сеть аптек «Планета здоровья» проведет тематический день с заботой о старшем поколении. Акция состоится и в городе Видное. 1 октября в аптеках «Планета здоровья» пройдет тематический день с заботой о старшем поколении. Гостей ждут специальные предложения, акции на разные группы лекарств, в том числе для профилактики, лечения сердечно-сосудистой системы, суставов, зрения и витамины. В эти дни в аптеках «Планета здоровья» пожилых людей ждут небольшие приятные подарки. От лица «Планета здоровья» хотела бы поздравить всех пожилых людей с праздником, пожелать им долгих лет жизни и крепкого здоровья. 1 октября в наших аптеках состоится тематический день. Вас ждут подарки, скидки, акции. Приходите, пожалуйста, к нам. «Планета здоровья» – аптечная сеть года по версии международной премии «Зеленый крест». Приглашает фармацевтов стать частью амбициозной команды в Москве, Петербурге, Сочи и сотни других городов России. Подробности по телефону на вашем экране 8 800 755 2002 или на сайте planetazdorova.ru. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!